Сотрудники наркоконтроля УВД Гомельщины совместно с коллегами из Железнодорожного и Светлогорского РОВД с поличным задержали 27-летнего неработающего жителя областного центра. Установлено, мужчина работал оптово-розничным курьером интернет-магазина по продаже наркотиков. При выполнении очередного задания по размещению закладок фигуранта задержали в лесном массиве Светлогорского района. При нем в съемном жилье правоохранители обнаружили и изъяли 300 грамм особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. Кем ты работал? Закладчиком. Как давно работаешь закладчиком? Недели две. Закладчику грозит до 20 лет лишения свободы.